Всем привет, дорогие друзья, и наверняка вы задавались вопросом, как же скачать GTA сам в 2022 году, учитывая то, что эта игра не устарела и в нее продолжают играть многие, возможно, ваши одноклассники, возможно, ваши друзья, и сегодня именно в этом видеоролике я покажу вам, как без особых проблем можно установить GTA сам на ваш компьютер, либо же связать ее со Steam-версией, и чтобы, когда вы играли в нее, у вас засчитывались часы, и чтобы потом выпендривались перед друзьями своими часами в этой игре. Погнали, я вам покажу этот способ, он максимально легкий и примитивный, и видео будет буквально на минут 5. Я покажу все быстро и легко, а взамен я попрошу поставить лишь лайк, зарегистрироваться по промокоду на сервере BlueLivonti и, соответственно, написать свой комментарий. Погнали, покажу. Для начала я покажу вам самый примитивный способ, как можно скачать GTA сам без стимовской версии. Для этого мы заходим на сайт advancerp.ru, затем нажимаем «Начать играть». Здесь у вас будет предложено два варианта, либо GTA сам плюс сам без модов и дополнений, то есть это самая стандартная версия. Вы ее также можете скачать либо через сайт, либо через торрент, но при этом есть также сам клиент, то есть сам клиент — это когда вы скачиваете чисто мультиплеер без GTA, но, к сожалению, без GTA он будет не работать, если у вас нету самой GTA, поэтому сама GTA, естественно, будет нужна. Поэтому вы можете либо скачать первый вариант, либо второй вариант. Но если у вас вообще ничего нет, то я советую вам начать качать первый вариант. Выбираете любой удобный путь установки самого .exe-файла, нажимаете «Сохранить» и ждете, соответственно, загрузки. Он весит 3,5 гигабайта, через торрент это будет быстрее. Итак, у вас вот должен получиться после установки на 3,5 гигабайта файла вот такой вот самп advancerp.exe. Мы его открываем. Самп я себе не вижу смысла устанавливать, потому что уже все установлено. Я вам покажу чисто, как этот путь установки работает. То есть вы просто открываете .exe файл, сейчас он у меня откроется, и в дальнейшем я уже покажу вам, что делать. То есть вы сами можете установить это, абсолютно не займет какого-либо времени, либо там не потребует каких-то дополнительных знаний, поверьте. Умпа, умпа, тупо море лута. Я не лучше буду, хоу, я играю крупно. У меня было две ходки, это было трудно. Итак, у нас открылся установщик. Здесь уже все и так понятно, потому что нас приветствует мастер установки сам. Указываем путь, который нам необходим, нажимаем «Далее», нажимаем «Установить», у вас устанавливается GTA вместе с сам мультиплеером. Я это отменяю, потому что мне это не надо. Я лучше покажу вам, как установить стимовскую версию. Стимовская версия примерно работает так же, потому что у нее есть свои особенности. Если вам повезло и вы стали счастливым обладателем стимовской версии в GTA, то я могу вам показать один действующий, работающий способ, как можно сделать так, чтобы ваша GTA связалась с сампом. Для этого у вас сейчас на экране появится 5 пунктов, которые необходимо будет выполнить. Я их показывать на компьютере не буду, потому что это все примитивно и легко. Я же покажу систему, как работает это у меня. Я нажимаю кнопку «Играть», нажимаю «Да», и у меня открывается сразу мультиплеер. Например, условно, я беру и захожу на сервер Бу, на котором я играю. На котором, кстати, и вы можете начать игру в 2022 году. Это абсолютно без каких-либо проблем. Это очень простой примитивный сервер, с при этом с дополненным ролплей режимом и с особенностями мода. Вот, например, я зашел в самп. Как бы мы абсолютно видим, что это легко и просто. Я зашел через стимовскую версию. Вы также можете потом скачать сборку какую-то, заменить ее в своих файлах игры и, соответственно, спокойно пользоваться ей без каких-либо проблем. То есть очень просто, в два шага можно скачать GTA сам в 2022 году. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте играть на сервере Blue Advanced Roleplay.